Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что же принесет вам суббота. Итак, посмотрим. А суббота принесет вам, девочки, какие-то новые дела. Ну, начало какого-то, возможно, дела абсолютно нового, что-то вы новое начнете. Но это может быть элементарно какие-то домашние дела, да, это может быть уборка, ремонт, там, я имею в виду генеральная, может быть уборка, может быть не совсем генеральная. Вот, еще какие-то новые дела могут быть в сфере бизнеса, да, то есть если у вас бизнес, или может быть кто-то из вас решит начать свое собственное дело, именно в субботу начнете, да. А вот, может быть, по субботам вы и занимаетесь какими-то еще делами, помимо своей ежедневной работы, да. Вот. Ну, а для бизнеса, да, это новое сотрудничество, может быть, новое направление. В общем, что-то прям новое. Новое, интересное. Вот, что-то, в общем, вы начнете в субботу. Дальше, что еще принесет вам суббота? Чего-то вы будете ждать еще в субботу. Пока не знаю чего, сейчас посмотрим. Так, что еще? Деньги какие-то крупные. Либо, вот я же говорю, вот начало какого-то дела, которое в будущем принесет вам крупную прибыль. А какие-то могут быть новые договоренности. Вот, ждать-то вы чего будете ждать? А ждать будете каких-то радостных, счастливых новостей. Причем, что интересно, я так понимаю, из-за границы, судя по пажу жезлов. Вот, кто-то, возможно, будет ждать возвращения кого-то из ваших родственников или детей, внуков. Или, может быть, возвращение вашего мужчины откуда-то. Ну, в общем, такое ожидание, да. А сила, вот что касается все-таки вот этого нового дела, очень успешного, да, и получения денег, здесь все в ваших руках. То есть, действительно, я это вижу как начало какого-то нового дела, которое в будущем принесет вам большую прибыль. Вот, и карты говорят, что все в ваших руках. То есть, от того, как вы будете действовать, так, собственно, у вас и получится. И какие-то будете строить серьезные планы на будущее. В общем, хочу сказать, суббота, несмотря на то, что у большинства людей все-таки это выходной день, да, много будет именно каких-то деловых моментов в вашей жизни.